Lost City карта. Начинать скорее. Сейчас проиграешь. Только стартовал Mad Viking в игре. Надо выдвигаться скорее. Думал, куда идти, в Silent Killers или в этот. Попалить получится. Надо аккуратненько. Повнимательнее посмотреть. Так, уже практически и дошли. Надо тут попалить. Так, все нормуль. А где КПХ-то? Вот, все нормально. Норма. Норм. Правильно, теперь давай-ка. Блин, откуда он бьет? Вот видно, это плохо. А вот что нашел. Так, стреляет он не особенно точно вроде. Сейчас вот тут будет большой бой. В следующей дороге. Вроде бы ни разу эту карту не записывал. Так, она очень неизвестна, почему? Так, дельта, боеприпасы, Ленины. Откуда стреляют? Как вперед. Ну давай. Класс. Блин, уходят. Что тут как-то надо? Поаккуратней. Надо выдвигаться. Блин. Очень жесткий обстрел. Только сюда. Надо быть предельно аккуратным. Так. Блин, он вышел из игры. Так, надо тут защищать тогда. Они бегут. Какие тараканы. Ну-ка тут БТР опять поехал. Не смог его убить. Сейчас давай, давай, давай. Там два снайпера. Нет, не, ну там вот они бегут с того направления. Туда надо палить сейчас. Здесь нигде не пройти. Капец. Капец. Так, ну. Теперь прямо давай через горы пытаться будем пробегать. Так будет быстрее. Вот они везде носятся. В принципе, не очень длинная карта так-то. Ну. Со своими заморочками. Ну-ка, где он? Так, 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 очень аккуратно.
Нормально. Снайпер. Хорошо. Хорошо. Ну нормально вообще. Классно. Вон там стартовая точка. Эти руины внизу. Там можно посмотреть получше. Ну так, я просто дом какой-то. Так, а теперь выдвигаемся. Трупики лежат. Так, где он? Нет, всё, грохнули. Там полная, как говорится, плато врагов. Сейчас будем двигаться. А я уже много набил, если даже кто-то сейчас зайдет. А уж, наверное, вряд ли они смогут меня догнать. На Silent Killers тоже интересная карта River Cruise. Что-то решил на Hard Maps уже идти. Так. River-то Cruise у меня же записан вроде. А здесь? Там, правда, в бронежилетах он был бы. Ладно, бог с ним, как говорится. Давай вот так. Аккуратненько выдвигайся. Ух, блядь, смотри, прямо в кюрбан. Плохо дело. Давай-ка, может, туда пробежим. Правее обойдем. Попроще. Подальше, попроще. Дерево как в склон вросло. Такая тоже. Это уже край карты. Это уже довольно-таки, так сказать, живописно. Так, во! Заразы! Знаешь, их тут полно было с краю. Так, а куда дальше? Там Беттер гоняет. Вообще БТР бы стоило подбить, конечно. О! Давай. Гора как гномов напоминает. Нормально. Ой, опасно. Ждать. Сейчас, давай. И сюда ли поедет? Ну, давай, подождем. Так, подождем немножко. Давай, выдвигайся. Тот лаз надо будет пробежать. Надеюсь, тебя тут сверху никто не грохнет. Так. БДР уехал. Зараза. Что опять обстреливают. Еще и не дают подняться. Подожди. Так. Окей. Надо поставить, ну не знаю, поможет это против БДР. Смотри, зараза. Бегут беспрерывно. Вот сейчас давай в этот лаз. Вот такое ущелье идет. Было бы вход заминировать. Я там в другом месте поставить. Тут тоже обстреливают. Тут надо аккуратно. Там еще и пулемет есть. Это облом, к сожалению.
Там в конце тоже будут руины с точкой Б. Еще надо пулемет уничтожить будет. Я не знаю, сейчас посмотрим, как лучше. Может, левее желательно держаться. Ну, сейчас кто-нибудь зайдет, наверное. На Silent Killers неизвестно. Зашли бы, не зашли, неизвестно. На это-то, конечно, сейчас кто-нибудь зайдет. Так, давай заворачиваем. Сейчас надо потихоньку туда двигаться, насколько это возможно. Так. Блин, опять стреляют. Сам не дают ничего сделать. Пока. Сюда мину поставим. Это ущелье за собой заминируем. Никто не мог зайти. Вот сюда поставка. Двигайся, старайся левее, наверное, пожалуйста. Так. Блин, они, кажется, и на правом могут быть, и на левом. Я не пойму, откуда он бьет. Гранату что ли дальше бануть. Что накроет. Нет, не получилось, надо тогда парализатор взять. А ты будешь сразу убит. Так, ну я не знаю. Ну кинь опять гранату для начала. Смотрим, там тоже кто-то наверху. Видишь, снайпер долбает. Так, ну давай парализатор тогда туда. Так, вроде тут все нормально. Где он? Он там куда-то взорвался. Все, ну все. Проход очищен. Теперь только продвинуться как-то. Тоже не просто. Да. Вот очень хорошо. А теперь аккуратненько ползи вперед. Теперь уже все ущелье прочищено. Аккуратненько, очень аккуратненько. Да нет, все накрыло. Уж конечно зря. Ну ладно, ладно. Что поделаешь. Давай-ка по новой. Долбайся туда. Сейчас давай очень аккуратненько продвигайся. Блять, могут атаковывать. Да желательно мины-то поставить. Тут что-то они там бегают постоянно. Так, ну-ка, давай-ка.
кто-то появился опять. Давай, аккуратно. О, хорошо. Вот гад. Не будешь тут стрелять. Вот, ух, гады. Все, окей. Там тропа боевиков идет, я же говорю. По тропе боевиков. Гномии горы. Давай как за брусером. Так, нормально. М18А1. Мина называется. Так, ну давай сейчас вот ставь сюда. Так, нормально. И сейчас надо будет газлину как-то снять. Блин, с ней так опасно. Её, вот не видно, где она там стреляет. Да, гранаты, может, получится. Надо не достать нифига. Ну-ка, парализаторы все крутят. Опасное место, блин. Нормально. Вот это уже очень хорошо. Сейчас туда кидай паразит, сразу же возьмем. Аж в упор по ущелью бьет. Все, давай, двигайся. Ну-ка. Вот, все хорошо. Еще и навесной этот стрелял. Так, и еще один, ну-ка, давай-ка. Ну, блин, подранил. А теперь вот. Все, капец. Теперь тут будет долина, надо две, кажется, пройти до озера. Там в таком каменном домике будет уже. Так сложно вообще сюда было пройти. Ну, нормуль. Но вот сейчас будет проблемно. Сразу говорю. Надо будет всех их зачистить там вдалеке. Давай, продвигай. Так. Так, а теперь... Ты какой шквальный огонь. Так, ну-ка. Надо очень аккуратно болтать. Пока не очищена долина, то дальше не пройти. Нифига не видно. Один даже не заметил. Так, а где они? Двигаемся. Блин. Да, пока не спустится. Ну давай. Попробуем по новой. Лучше вначале еще слезть туда. Стараться. Сюда гранату можешь бросить. Так, давай-ка.
Блин, там до пупа. Ну давай аккуратно спускайся. Там тоже тропа боевиков идет. Ну нормально. И шапка его выдала. Так, ну что ж, двигаемся вперед. Ну чё? А вот. Ну, блин, они там бегать будут. Надо... Сейчас, подожди, аккуратненько. Так. Там один уже устремился. Вот там руины как бы дворца, что ли, такого-то. Угу. Которых реставрировать пытались. Ну-ка, давай-ка. Типа там боевики склад оружия сделали. Каких-то заложников держали. Тут опасно. Да, блядь, теперь они мне не дадут. Жаришь так не слышно. Да блин, не получилось. Уже Цета совсем рядом. Ну-ка, ну-ка, ну куда? До Ц уже рядом, кстати. Прыгать тут можно с любой высоты. Что надо добежать еще сначала. Потом вот к этим руинам надо будет тоже прорваться, тоже не просто будет. Сейчас будем пробовать. Сейчас, наверное, кто-нибудь зайдет. А там уже, это уже руины будет точка Д. Последняя еще будет точка Е на поле, но это уже будет самая последняя. Там тоже будет такая массированная атака. Ну, уже там вертолет прилетит после этого. Так что, кидай-ка туда парализатор. И ждем. Как он что, не видел, что я стою, как-то странно. Так, вот, поаккуратней.
Диас. Не получилось пока. Попробуем с этой стороны пройти. Стоит затык пока выходит. Там есть тропа боевиков. Блин, все равно положила. Тоже все патрулируется. Ринсушник. Ну хорошо. Ринсуха всегда зайдет в это время. Блин, башку. Так что оказаться одному не окажется. А ему теперь ничего уже не делать, у меня дофига очков. Бесполезно делаешь, Бутасу. Только доиграть. Так, вот тут непонятно, куда-то меня грохнули. Блин. Весно стреляет. Так, 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 так. Вроде все хорошо. Не очень-то было хорошо, потому что они тут хорошо пристреляли эту местность. Ну давай, сейчас уже к озеру будем выдвигаться. Так, тут уже недалеко где-то. Так, ну вот он, такие пирамидальные просторы, так сказать. Так, ну-ка, ну-ка. Хорошо. Блин. Значит, тут не. Выше была из-за. Придется состыковывать два куска. Ну-ка, откуда он бьет-то? А вот. Да блин. Не попасть. Залеши. Так, ну хотя давай этот. Так, продвигаемся. Так, хорошо. Главное. Блин, об
откуда обстреливают. Я уже в двух шагах. Это сильно раненый. В двух шагах. Так, ну-ка, 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 туда. 30 метров всего лишь. Блять, какая хуйня, ведь мог бы дойти. Ну ладно, побежали по новой. Обломился. Да блять, ну куда? Тут не залезть. Круто, что тут будет. Интересно, возьмет сейчас какой-то обломник. Там тоже тропа боевиков есть. Думаю, тут надо аккуратно. Так, выдвигаем. Что он плывет? Там много еще. Там все, он взял капот. Да. Теперь надо пробежать в сторону дворца. Дворец Дэм. Тут называется. Дворец дьявола. Так, ну ладно. Пора двигаемся потихоньку. Так, так, так. Так, ну выдвигаемся. Так. Так, ну так. Потихоньку вперед пробежим. Так. Просто обстреливают. Мы сейчас уже все подошли к этому зданию. Сразу не пройдешь, наверное. Ну, такая. Да пулемет дал бы. Я не понимаю.
нормально, сейчас зашли за уголок. Так, ну вперед. Блин, батарея. Подбил. Ты чё-то не... Ладно, подбил его. Внутри тоже непросто. Еще туда втянуться как-то. Ну-ка, ну-ка. Подавил. Там несколько пулеметов вроде. Крыша цела, стен только нет. Так, ну нормально. Так. Нормально все идет, то есть такой маленькая деревенька еще. Вот сам этот храм. Примыкай ленту, теперь беги. Все, капец. Так, ну давай по новой. Так уж, в принципе, неплохо туда зашли. Наверное, доделаем. Близко дело уже к завершению. Так, надо продвигаться. Тут задача всех нужно уничтожить. Точки дельта. Надо зачищать все, что есть. Так, нормально. Это, наверное, часть двора вообще зачищена. Похоже. Ну все, да, тут больше делать нечего. Зачистили. Надо теперь бежать в ту сторону.
знает, куда лучше подниматься сейчас. Наверх или вниз. О, зараза. Да не один еще. Так, ну давай аккуратненько наверх. Они в руинах наверняка. Вон аккумуляторы сложены. Давай-ка. Ого, вертолет. Завелся в урду так. Снайперов дофига. Еще один. Ну все хорошо. А где еще-то снайпер? Нифига нет. Какая-то херня сейчас-то как-то глупо подох. Там укреплившийся сидел. Ничего не получилось. Нормально. Ну, думаю, надо наверху все посмотреть. А вот он. Все хорошо. Большая часть снайперов сдохла. Ну, надо все тут проверить. Так, тут нормально. Я хочу посмотреть. Думаю, доделывать это дело будем. И тут еще один затаился. А теперь уж... Очень хорошо. Нормально. Это надо посмотреть получше. Не повезло. Ну ладно, давай по новой. Самое сложное. Кто-то бьют. Так, ладно. Продвигаемся.
Блять, свалила. Так, продвигаемся. Вперед. Обстреливают. Так, нормально. Кто-то рядом. Еще и просто так не дали. Дайте подальше. Все, я взял. Надо выйти пасты. Так, ну давай. Все формирования уничтожены, все боеприпасы уничтожены, так что все хорошо. Финальная точка. Вон все эти побежали, две бабы побежали. Так, о, как-то забыл защитить мирных жителей, стоит задача. Хорошо. Нормуль. Хорошо-то хорошо, но надо еще побежать. Все, капец. Теперь в долину же надо пройти.
сверху прямо в башку. Так. Не вышло. Хорошо. Пока в долину-то не прорваться. Ну-ка, давай-ка сюда. Я тут теперь. Тут вроде как чисто. Да, блин, их там тонны гроздьями. Пока ничего не получается. Все очень сильно открыт. Дают прорваться именно вот на этом склоне полно. Вроде будто все. Все, я, кажется, прошу. Уже тоже прошел. Так, все, можно брать. Все, сейчас возьмем. Интересно, кто первый прибежит. Он или я, наверное, я. Нет, все, я уже первый. Не, все нормально. Отбиваем эту атаку. О, блин. Там и сверху. Что, капец. Офигеть, как его понесло, убитого, по всему склону. Уже вертолет. Thank you.
Еще один козел. Едва не убил. Тут опять атакуют. Видимо, зараза. Долго ждать, что-то не понимает. Ну, блядь, я ж говорил. Сука ты, блядь, теперь они... Всё, капец! Капец, улетел без меня. Блять, какая хуйня. Сука, убил в самом конце. Было там лечь. Как я теперь догонюсь? Типа сейчас все уже, конец карты. Все, он улетел. Ну все, конец карты. Финальная точка. Блять, еще там кто-то был. Ну ладно, считаем очки. Так, Джон набирает 1328 очков, 221 фраг. Ринсу 670 и 104.